пионер Щеглов Коля в августе этого года сообщил официальным путем через почту начальнику районного отдела НКВД о том, что его родной отец Щеглов Иван Николаевич занимается расчищением из совхоза строительных материалов. Был арестован. Пионер Коля Щеглов, который знает, что такое советский власть для него, для всего народа, увидав, что родной отец, он ему теперь не родной, он сказал НКВД, чтобы отца уничтожить как врага народа. Вот какие люди у нас, товарищи, есть. Вот какие пионеры у нас есть. Вот где наша сила и мощь. Народе!